Здорово всем, ребят, с вами Хилхерц, и у нас буквально вот сегодня вышло обновление 1.0.5.0. Ну вот заметки про патчи, давайте мы, наверное, самое главное быстренько проглядим. Специально на помощь мне будет приведен русский перевод данного патчноута. Вот, разумеется, ссылки, мы будем заострять внимание на самых ключевых моментах, которые были максимально поломаны. Вот, все ссылки на вот этот патчноут я, разумеется, оставлю в описании. Вот, давайте, наверное, потихоньку. Короче, разработчики, по сути, я не знаю, что сделали, они пофиксили только кромки. Здесь вот, и еще теперь нельзя из легендарных предметов, ну помните, раньше можно было запихивать в кузницу и делать себе супер имбалансные шмотки. Разработчики написали то, что они это убрали и теперь пофиксили. А вот, давайте теперь, наверное, быстренько пробежимся, я буду между английским и русским переключаться, чтобы понимать максимум, так сказать. Вот, например, возвращаясь к моменту о том, что можно было через кузницу улучшать. Теперь невозможно поместить уникальный предмет в проект улучшения предметов Transmutation Forge и Dark Market. Ну, то есть на черном рынке и в кузнице. Вот, это пофиксили. Затем говорят несколько проблем с нетворком, ну, то есть с соединением немножко параметр. Ну, это, короче, не самое важное. Вот, исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли получить доступ к монолиту во время квеста третьего акта. Подъем ярости. У нас человек в ВКонтакте писал об этом, говорит, пацаны, помогите мне, ничего не работает. Теперь вроде бы разработчики это пофиксили. Ну и теперь активные скиллы. В общем-то, исправлена проблема, вот это не знаю, с чем связано. Минимальные модификаторы критического урона для заклинаний были немножко уменьшены на 5%. И среднего крита для заклинаний тоже на 5%. Что-то как-то магов порезали, хотя по сути кромки были самыми имбалансными штуками. Но не суть. Теперь Джиггернаут сам себя станет не может. Зимняя хватка теперь не получает уменьшение времени восстановления за уровень. Так, ну, как бы было много вопросов о том, что... Сейчас давайте проверим, происходит ли. Да, происходит. Было очень много вопросов о том, что действительно ли работает зимняя хватка, будет ли она работать, маг 81 уровень, офлайн режим. Заходим, проверяем, я уже заходил, проверял, ребята, все работает. Я не знаю, что там пофиксили. Быть может, у меня слишком много шмота на откат умения, но смотрите. Как бы зимняя хватка как работала без отката... Так, она, по-моему, работает. Давайте мы попробуем максимально проверить это. Уберем, короче, ненужные штуки. Получается откат, вот, например, 0.4. А, слушайте. Они очень серьезно перезарядку убрали. То есть раньше, я помню, было минус... Короче, за уровень написано, что хватка зимы позволяет меньше кулдаун сделать. У меня раньше было минус 1.6, теперь 0.4. Но, наверное, благодаря вот какому-то шмоту, я не помню... Короче, на какой-то части из предметов у меня был стат... То, что скиллы откатываются быстрее. И вот опять же, благодаря дереву. Вот здесь 10%, здесь 10% и здесь 10%. А данный маг все еще как бы может, ну, зиму кастовать без кулдауна. И давайте сразу, раз уж мы зашли на мага, я вам покажу то, что стазис работает. Я его проверил, ребята. Стазис реально работает, как бы. Я не знаю, что они там пофиксили. По-моему, нужно было фиксить не кромки, а стазис. Стазис, ребята, нужно поломать стазис обратно. Ну, сделать, как он должен быть. Смотрите, стазис наложился, но это, наверное, легкие противники. Вот, вроде бы большой дядька, давайте сейчас. Прям настакаю на него много, как это, зимней хватки. Ну и вот я уже не бью, а дамаг все еще вылетает, видите? Я думаю, теперь вы точно убедились, что стазис работает. И вот, по сути, он сейчас перестал работать. Ну, я думаю, можно возвращаться и продолжать. Теперь она будет заходить на воина. Так, я искренне надеюсь, что БС будет работать. Вот, и теперь самое интересное. Вот эти вот хромки получаются. Смотрите, снижение урона, unstoppable momentum. Сейчас давайте на английском. Unstoppable Momentum, Sacred Rounds, это другое. А, гаванира летающего немножко пофиксили. Но это не суть. Самое важное, это вот, получается, кромки. У меня здесь на втором экране будет на русском. А сейчас мы зайдем на, получается... Как говорится, не прошло и полгода. Мы зашли в игру. Смотрите. Получается, наше умение кромки. У меня до этого было взято вот данное умение. То есть, ну, как и у многих, наверное. Смотрите. То есть мы кастуем топор. И он какое-то время вокруг нас крутится, а мы можем совершенно спокойно вылетать во врагов, либо увеличивать его скорость вращения, либо что-то еще делать. Вот, ну теперь разработчики как решили вопрос? Они сделали, написано то, что теперь добавляют 10-секундное время восстановления умения. У меня здесь 8.8, ну потому что кое-где есть откат скиллов, не суть. Также еще снижение урона со 100 до 150 и исправлено увеличение урона за уровень от 1 до 0. То есть по сути кромки, ну я уже побегал, кромки все еще эффективны, но гораздо меньше, чем раньше. Вот, еще у нас деспотичное упорство, тоже навык. Раньше, вот, что дает данный бонус? Увеличивает урон за каждый негативный эффект. Раньше этот бонус был, ну, написано, уменьшен множитель урона за стек от 20 до 2%, то есть, по сути, в 10 раз менее эффективный дамаг будет. И, наверное, придется немножко пересобирать воинов-миликов. Вот, ну, как-то так. Да, еще написано то, что вот этот нот, получается, уменьшен множитель скорости снаряда с 1.75 до 1.3, ну, то есть на несколько десятых. Ну, по сути, не так уж много.
Так, давайте мы, наверное, теперь... У меня там сосед на фоне отбитый, вы извините, пожалуйста, он живет, короче, по отбитому. Затем здесь еще пишут немножко, улучшили самонеров. Ну, камон, ребята, давайте будем честны. Кто играет на самонерах, как бы самонеры максимально неэффективные пока что. И пока им не сделают нормальный агр или нормальный скилл, который вот ты ударил, моба, и все самоны телепортировались к тебе и начали воевать. Самоны будут бесполезны. Но, опять же, я не буду на этом заострять внимание. Немножко паразит, конечно, улучшили, который высасывал хп и ману. То есть, одержимых монстров, курону. А, это бред, это забейте, это не то. Так, еще калейдоскоп тоже немножко пофиксили. То есть бонусы критического урона на некоторых узлах довольно серьезно уменьшили. Но опять же, написано, что некоторые скиллы пофиксили проблемы с вычислением пассивного узла. Вот, но опять же, это нужно проверять, я еще этим не успел заняться. Это, наверное, тема следующего видоса, возможно. Также еще написано то, что немножко пофиксили третьего босса акта. То есть поменьше радиус уменьшили. Немножко первого босса сделали попроще. Вот, ну и в целом, наверное... А, и в эндгейме еще же тоже было довольно много проблем. А теперь множитель производительности по уровням экспедиции на 50%, то есть, по сути, немножко дольше прогрессия будет происходить. Качество предмета, качество которого уже достигнуто, это хорошо. Первичные природы. Ну, это, короче, помните, вот вещи, которые необходимы для... Давайте я, наверное, в игру зайду и покажу вам. По сути, это вот стоимость, наверное, каких-то зданий, построек. Очевидно. Ну да, по-моему, это раньше стоило 20 тысяч работы. Ну, то есть немножко... Хотя это тоже дорого. Немножко, я так понимаю, цены к адекватному значению привели, но это опять же не точно. Также еще разработчики немножко пофиксили некоторые предметы, но это уже не так важно, не так, грубо говоря, интересно. Ну, немножко музыки, немножко локализации, в общем-то, остальное все. Да, и разумеется, баг с бесконечным стаком, получается, производительности в экспедиции тоже пофиксили. Опять же, если вам такого рода видео зайдет, вы, пожалуйста, напишите, мы будем каждый патч обозревать. Возможно, если вам действительно это понравится, более детально его обозревать. Вот, но пока что как-то так. Кромки пофиксили, стазис оставили, хватку зимы пофиксили, но все еще, как вы могли заметить, на 82 уровне. Огромное количество отката, и она кастуется безоткатно, то есть тот маг, тот билд маг будет работать. А до, грубо говоря, безоткатного каста будет менее эффективно работать, а после вполне себе эффективно. Так что как-то так. Надеюсь, вам было полезно и интересно. В общем-то, да, жду ваших замечаний. Всем большое спасибо за просмотр. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.